Усіх вітаю, ви на каналі «Сейчас». Мене звати Ангеліна Пивчик, і разом зі мною Леонід Гозман, російський опозиціонер, громадський діяч, психолог. Леонід Яковлевич, здравствуйте. Вітаю. Отже, друзі, перед тим, як дивитися це відео, обов'язково перевірте, чи підписані ви на YouTube-канал «Сейчас». Якщо ви цього досі не зробили, обов'язково підпишіться, щоб не пропускати нічого важливого. Леонид Яковлевич, предлагаю начать с такого. Сегодня вечером, 29 января, в телеграм-каналах начали активно распространять информацию о якобы отставке Залужного. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не увольнял главнокомандующего. Но мы видим, как россияне активно уже начали распространять эту информацию, собственно, эти сообщения. Скажите, пожалуйста, как российская пропаганда может использовать и использует эту тему вне зависимости, это фейк или это правда? Ну, вы знаете, для российской пропаганды любые разногласия в Украине – это большой подарок. Любые разногласия. Потому что одно дело, когда Украина консолидирована, как сжатый кулак, и все в одной команде, другое дело, к этому начинаются какие-то разногласия. Разногласия очень неизбежны, понимаете, такое единство, где все вместе, никто вообще слова не говорит против, оно возможно только через какое-то очень короткое время, это момент такой экзальтации. Война идет, к сожалению, уже почти 2 года, и поэтому разногласия у вас неизбежны. Российской пропаганде это большой-большой подарок. Вот. Кстати, несколько уклончивая формула «Зеленский не увольнял Залужного», она уклончивая очень форма, потому что всегда можно сказать, что Залужный уходит сам. Да? Если бы более жесткая форма и более определенная была бы, что это все полная ерунда, Залужный продолжал, командовал и будет командовать вооруженными силами. Это не было сказано. Я думаю, что это тоже очень приятно для российской пропаганды. О внутренней политической ситуации именно в Российской Федерации появилось сообщение, что ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты Российской Федерации из отобранных 60 000 подписей. Поддержку действующего главы государства были признаны недействительными только 0,15%. Это будет 5-й уже, понятно, срок для Путина. Как вы считаете, для Путина эти выборы станут легкой прогулкой, как обычно? Значит, смотрите, выборы президента, если понимать под ними определение того, кто будет следующим президентом страны, уже состоялись. Они уже состоялись, и 2 или 3 избирателя, имеющие право голоса в Российской Федерации, сам Владимир Владимирович, кто-то из его ближайших людей, они уже давно проголосовали, они определились, каким процентом он выиграет и так далее. В этом смысле нет выборов и нет никакого беспокойства по поводу выборов. Да? Но объявление выборов, оно несколько активизирует общеполитическую ситуацию в стране. Да? И вот тут президенту Путину не очень все легко. Видите ли, вот как только у нас началась эта якобы кампания, якобы выборы, появилась у нас девушка Екатерина Дунцова, никому до сей поры неизвестная, из провинции, из города Ржева Тверской области, которая сказала, что она выдвигается. И похоже, что она действительно выдвигалась лично, сама. Потому что ее тут же стали прессовать. Ей стали блокировать счета, стали запугивать ее нотариусов, там, газ, свет на ее собрание, ну, прочее, какая-то ерунда. Ее поддержало несколько сот тысяч человек. Немедленно. Только потому, что она сказала, что она против войны. Да? Ее ЦИК не стал регистрировать в качестве кандидата в кандидаты. То есть ей не позволили зарегистрировать инициативную группу. И весь этот протест немедленно ушел на Надеждина. То есть, понимаете, вот что мы имеем за эти пару месяцев? Значит, антивоенный протест и усталость от власти очень высоки в России. Реально очень высоки. Люди для того, чтобы высказать этот протест, то есть поставить подпись, стояли в очень холодную погоду, стояли в длинных-длинных очередях на улицах. Понимаете? То есть на самом деле миллионы людей в России, особенно в крупных городах,
против политики действующего президента. И они готовы это проявить. Это очень важный фактор, очень хороший фактор на самом деле. Так что пока для нас все хорошо, а для Владимира Владимировича не очень. А вот все же этот кандидат Надеждин, который уже анонсирует митинги, если его не зарегистрирует российский ЦИК, о чем это может говорить? И действительно, как вы считаете, люди могут выходить на улицы, если кандидат, за которого они отдавали подписи, не будет зарегистрирован? Борис Борисович, как раз не важно, что он из себя представляет. Вот все это не имеет никакого значения. Никакого значения. Понимаете, ни он, ни, кстати говоря, Екатерина Дунцова не говорили таких радикальных вещей против войны и Путина, которых ждут от них избиратели. Они не говорили. Позиция Бориса Борисовича очень аккуратная, осторожная. Ну вот я видел его интервью. Он считает специальную военную операцию, он живет в России, он использует этот термин. Он считает ее трагической ошибкой. При этом он, как я понимаю, даже на уровне слов, нормальный человек, понимает, что он не будет никаким президентом, это понятно. Вот, но даже на уровне слов он не говорит о возвращении, безусловном возвращении захваченных украинских земель. Он говорит о переговорах, о защите интересов русских. Там. Ну, в общем, какая-то вот такая странная позиция. Но это все не важно. Важно то, что слышат люди. А люди слышат «нет войне», «Россия без Путина». Вот они слышат это. Теперь, выйдут ли они? Нет, они не выйдут. Они не выйдут по двум причинам. Во-первых, Борис Борисович уже сказал, что он будет просить людей подавать заявки на согласованные митинги. Это полная ерунда, как вы понимаете. Вот, значит, он собрал 200 тысяч подписей. Не значит, что 200 тысяч подадут заявки, а подадут хорошо, если 20, из разных городов, им откажут. Ну, в общем, все это уйдет в песок вот, достаточно быстро. Да? А с радикальным протестом, таким вот, как ваш Майдан, люди не выйдут, потому что по двум причинам. Во-первых, даже по трем. Во-первых, у вас во время обоих Майданов был раскол элит, и были элитные группировки, которые поддерживали Майданы и во время оранжевой революции, и во время революции достоинства. Значит, были и оппозиция в Верховной Раде, и независимый бизнес там, и так далее. Да, все это у вас было, в России ничего подобного нет. Во-вторых, все-таки понимали все, что... То есть так, немножко понимали. Большинство людей считали, что расстрел демонстрации, расстрел Майдана, ну, скажем так, маловероятен. Да, маловероятен. Дальше случилась Небесная Сотня. Конечно, случилось. Да? Но, понимаете, у нас нет никаких сомнений в том, что протест будет расстрелян с крупнокалиберных пулеметов без каких-либо сомнений. Без сомнений. Да? Ну и, наконец, третье, почему такого протеста не будет, у него нет шанса на успех в России. В таких режимах такого рода акции успехом не заканчиваются. Не заканчиваются. Вот, поэтому его и не будет. Но вот это понимание слабости режима, кстати, это второй сигнал, очень важный, после мятежа Пригожина. Во время мятежа Пригожина, если вы помните, никто, ни одна силовая структура не защищала президента. Вообще никто. Да? И почему мятеж не дошел до Москвы, вот я, например, не знаю. Вот. Лукашенко поспособствовал, договорился с Пригожиным, но наверняка... Послушайте, Лукашенко никто и звать никак. Ну, о чем вы говорите? Медиаторные функции может... Ну, такие посреднические функции. Может выполнять человек, которого уважают обе стороны. Правда? Вот. Путин, Лукашенко, в грош не ставит. В грош не ставит. Наши генералы тоже его в грош не ставят. И Пригожин его в грош не ставил. Вот, он клоун, нет. Его выставили в качестве фронтмена. Кто-то другой это сделал. Мы не знаем. Я не знаю. Кто-нибудь знает, я не знаю. Да. Вот. Но вот первый был звонок, когда никто не стал защищать из силовых структур законную власть. Когда Пригожин со своими бандитами взял Ростов-на-Дону без выстрела, миллионный город, между прочим, да, и занял штаб
Южного военного округа, тоже без выстрела. Вот это был первый сигнал, сейчас второй сигнал. И вот эти вот сигналы о слабости власти. И эти сигналы, они, конечно, будут подталкивать либо следующий военный мятеж, либо следующий дворцовый мятеж. Ну, что-нибудь будет. Конечно, триггером должны быть какие-то, скорее всего, будут какие-то успехи ваших доблестных солдат. Ну, вот это уж я не знаю, когда это... Это мы можем только молиться. Да, и очень надеяться на это, конечно же. Но все же, Леонид Яковлевич, как вы считаете, этот некий кандидат Надеждин? Конечно, очень много вопросов к нему по его позиции по Крыму, по тому, как он часто и постоянно участвовал в разных пропагандистских программах, телепередачах, был такой куклой для битья, по сути, да. Но для всех стало неожиданностью то, какое количество людей выстроились на улицах в разных городах Российской Федерации, даже за границей, чтобы подписаться, чтобы отдать подпись за Надеждина, чтобы он все-таки стал кандидатом и хоть какой-то альтернативой. Это было неожидаемо для Кремля? Все говорят о том, что это что-то такое сверхъестественное произошло. Кремль в шоке. Они хотят срочно теперь его как-то не зарегистрировать, как-то его удалить, скажем так, с радаров своих, чтобы он вообще не мешал никаким образом набрать Путину 80+%. Ангели, значит... Во-первых, люди подписывались не за Надеждина, а против войны и против Путина. Понимаете? Им все равно, за кого было подписано. Сначала мы были готовы подписаться за Катю Дунцову, про которую они вообще ничего не знали. Да? И, кстати, пока еще Катю не сняли, никто не собирался поддерживать Надеждина. Вообще его компания шла тихо, незаметно. Да. Вот. А, значит, это не за него, это за мир, это за нормальную страну там. И так далее. И я вас уверяю, что эти 200 тысяч человек, там, из них 99,9, которые расписались сейчас, они не связывают никаких своих надежд именно с Борисом Борисовичем Надеждином. Хотя они, возможно, симпатизируют тому, что он все-таки выдвинулся и так далее. Теперь, у Кремля, для Кремля это, конечно, было неожиданностью. Только неожиданностью был именно вот этот вот уровень запроса на мир и на перемены. Первым шоком для них была Катя Дунцова, и вторым шоком, когда весь этот процесс вдруг перешел на Надеждина, которому, в общем-то, никакой общественной поддержки особо не светило. Абсолютно, да? Но народ настолько устал от всего этого, что творится у нас, да, что он готов был за кого угодно в данном случае. Вот. Теперь, для Кремля нет проблем не допустить Надеждина. Вот, понимаете, ЦИК заблокирует любые подписи, и не имеет значения. Хорошие они, плохие там или какие, да? ЦИК все сделает. Ни Надеждин, никто другой не может помешать Владимиру Владимировичу Путину набрать 80+%. Не может вообще, потому что нет подсчета. Ну, поймите, подсчета-то нет голосов, да? Голосование 3 дня, наблюдателей нет. Они начали еще несколько месяцев назад. Они начали подготовку с выборов, потому что разогнали движение «Голос». Это самая серьезная профессиональная группа была наблюдателей в России, да? И посадили, он до сих пор сидит, Григория Мельканьянца, который глава этого самого «Голоса», понимаете? Вот. То есть наблюдения нет, подсчета нет. Поэтому как кто может помешать? Ну, слушайте, сколько захотят, столько нарисуют. Если они пустят Бориса Борисовича на выборы, то они ему нарисуют очень-очень маленький процент, чтобы сказать, что вот видите, вот весь ваш военный потенциал, это в бессильной злобе там какие-то жалкие мигранты там, ну и так далее. Это не тем временем, да, тем временем Патрушев призывает россиян готовиться к долгой прокси-войне с Западом. Вот что он говорит. «Неоднократно враг приходил с огнем и мечом на нашу землю, и сейчас США, НАТО, их сателлиты руками киевского режима и так далее, пытаются нас уничтожить, и мы должны быть как никогда едины». Как россияне, вот они же съедают эту байку. Очень многих же пропаганда назомбировала, и люди в Российской Федерации. Вот вы говорите о том, что вот выходят против войны и так далее. Но в основном это молодежь, и если брать в процентном соотношении, конечно, это совсем маленькое количество. Оно есть, мы это видим, но это совсем маленькое количество. Нет, это не маленькое количество. Это не маленькое количество. Умножьте на 100 как минимум.
Вот 200 тысяч подписей умножьте на 100. Ну, минимум на 100. Поймите ведь, это надо выйти из дома, стоять на морозе в очереди, понимаете, дойти до этого штаба, а этих штабов в городе один, понимаете, один, надо туда доехать, там, ну и так далее, и так далее. И вот, значит, а если у тебя ребенок болен, а если ты сам себя плохо чувствуешь, а если ты просто не успел, ну и так далее, и так далее. А если ты не в своем городе, а надо с пропиской приходить, с паспортом, а если ты не хочешь, чтобы тебя записывали в этот список врагов режима, ну и так далее. Умножьте на 100, будет 20 миллионов. Это минимум на самом деле, да? Теперь вы говорите, они, значит, пропаганда там. То есть. Англия, ну это неправда. Ну это неправда. Сторонников, понимаете, вот смотрите. Сторонники, вот противники войны, вот они сейчас себя проявили, да? Теперь смотрите, а вот сторонники войны, например. Вот только что дали 4 года войну преступнику Гиркину, который, конечно, уже получил пожизненное в Гааге, в общем, я считаю, что его надо было выдать к вам за все ужасные преступления, которые он совершил на вашей земле. Ему дали 4 года за какую-то там, в общем, такую непочтительность по отношению к президенту фактически. Ну и чего? И сколько народу пришло к суду? Да ерунда полная. Да, пару человек ерунда, пришло. Хорошо. Ну вот именно, вот именно. Там понимаете? Да. Вот. То есть на самом деле нету поддержки. А что есть? А есть равнодушие на самом деле. Подавляющее большинство населения Российской Федерации привыкло к тому, что обращать внимание на слова государя из Москвы не надо вообще. Причем это и сейчас так, это и при большевиках было так, это и при царе было так очень часто. Царь из Москвы что-то там говорит, у него там какие-то там, понимаешь, идеи появились, да? Ну и ладно, хорошо, мы выслушали, спели «Боже, царя храни», и дальше мы живем своей жизнью. Своей жизнью живем. А что нам царь-то, да? Вот на самом деле, что происходит. Полная индифферентность. Единственное, в чем пропаганда оказалось успешной, и действительно, вот это очень серьезно, это серьезно и на сейчас, и главное, на будущее. Пропаганде российской удалось убедить граждан в том, что весь мир против России, что весь мир нас не любит, весь мир хочет нас как-то обидеть там, и так далее, и так далее. Вот в это люди верят, действительно. Но больше они не верят ни во что. Ни в каких украинских фашистов они тоже толком не верят. В войну они не поддерживают. Я вас уверяю, что если, например, в результате там, ну, не выборов, конечно, а там, какого-то переворота или там, не знаю, биологических причин, вместо Владимира Владимировича появится какой-то другой человек, и, ну, каким бы он негодяем ни был, он, конечно, тут же остановит войну, потому что она вообще никому не нужна. Понимаете? Вот война, которая не нужна никому в России. Вот. Так вот, он остановит войну, и я вас уверяю, что те же там 80%, которые сейчас на опросах общественного мнения говорят, да, мы поддерживаем, они будут поддерживать прекращение войны точно так же. Хотя, кстати говоря, даже по опросам общественного мнения, уже сейчас более половины опрошенных хотят прекращения войны. Более половины опрошенных. То есть на самом деле российская пропаганда, российская официальная пропаганда абсолютно провалилась. И от того, что они бьются в подучий на федеральных каналах, с этого ничего не следует. А что значит заявление Патрушева готовиться к долгой войне с Западом? Ну, это их позиция. Понимаете, вот я думаю, что Николай Платонович Патрушев один из очень немногих людей в окружении Владимира Владимировича, который действительно верит вот в какую-то вот такую странную картину мира. Ну, мне кажется, он действительно такой верующий в это человек. Вот. И он говорит, вот да, вот надо так, то есть это вот реально ястребы, которые хотят войны. Такие люди есть. Такие люди есть. Мы не знаем, что мы не знаем. Мы не знаем, насколько на самом деле влиятельен Николай Платонович Патрушев. Понимаете, у нас же Византия. У нас неизвестно, как принимаются решения. Вот. И является Патрушев. А, кстати, Совбез ООН, Совет Безопасности Российской Федерации такой неконституционный орган. У него нет полномочий в Конституции записанных. Понимаете, есть правительство, есть парламент формально. Но у него нет, да, парламента. У нас, у вас есть, у нас нет. Вот. А Совет Безопасности вообще неизвестно что. Поэтому мы не знаем. Он просто такой, понимаете, коверный, которого, ну, вроде Дмитрия Анатольевича Медведева, который произносит незнамо что регулярно.
Либо вот действительно это вот одно из направлений политики высшего руководства страны. Этого мы не знаем. Он так думает. Он действительно так думает. Недавно появилась информация от издания Bloomberg о том, что Путин якобы ищет возможности начать переговоры по Украине. Судя по всему, он хочет вести их именно с представителями западного мира, не с Украиной, потому что он считает, что Украина якобы не субъектна. Но, тем не менее, есть такое якобы в Кремле желание, и даже Путин вроде бы готов пойти на то, чтобы Украина в будущем вошла в состав НАТО. Но никто не подтверждает эту информацию, просто пишут западные СМИ. Но как вы считаете, ну дыма же без огня не бывает. Действительно, Путину что, надоело вести войну и видеть, как тысячами умирают российские солдаты на украинской земле? Хотя я в этом очень сильно глубоко сомневаюсь, но тем не менее, как вот вы думаете? Вот на это ему наплевать. Вот на это ему наплевать глубоко. Я сказала, а потом подумала, да нет, это, конечно же, бред. О чем вы говорите? Просто мне интересно, почему появляется такая информация, и как вы думаете, в Кремле, ну, чисто теоретически могли бы пойти на такое? Ну, я тоже думаю, что дым без огня не бывает. Я думаю, что, по крайней мере, часть людей в Кремле, уж не знаю, как осознает это сам Владимир Владимирович, но люди, некоторые люди возле него должны осознавать полную неудачу военной кампании. Понимаете, единственное, что можно записать себе в актив за 23-й год, например, это то, что ваше контрнаступление оказалось далеко не так эффективным, как многие ждали и многие мечтали об этом. Да? Ну, к сожалению, это вот это факт, ну, что делается, о нем говорил уже и президент Зеленский, и все остальные. Вот. Но это, так сказать, ваша неудача, но не их удача. Они говорят, Путин говорит каждый день, ну, каждый раз, когда выступает, говорит, что инициатива полностью на стороне вооруженных сил Российской Федерации. Отлично. Тогда вопрос, дяденька. Если у тебя инициатива уже год, да, то что ты с этой инициативы получил? Ты Киев взял, ты Харьков взял, ты Львов взял, Одессу. Ты что взял? Фронт-то не движется? Да, ты погубил дикое количество людей, взял Маринка, да? Ну, вот, маленький городок. Да. Маринка, да. Взял Маринку, который не осталось ни одного здания, да? А еще недавно, еще один стратегический успех, ты взял какую-то деревню, 900 метров на 400 метров площадью и 20 дворов, которые были там до войны, сейчас, надо полагать, не осталось ни одного, да? Где успехи? А с другой стороны, люди же видят, ну, может быть, не все население, но многие в России, там, более образованные, более заинтересованные люди видят, что, окей, да, продвинуться у украинцев не получилось. Это факт. Ну, для меня, к сожалению, ну, в общем, это факт. Да? Но, да, фронт стоит, но при этом горят нефтебазы, уже в Ленинградской области горит, да? При этом удары по Белгороду, которые не могут предотвратить. При этом уничтожен Новочеркасск, ну, корабль, да, вот этот огромный. При этом уничтожаются фантастической дороговизны самолеты, да, которые вроде бы как бы не могут уничтожаться. Они какие-то такие неуязвимые совсем. Неуязвимые, их сбивают. Ну и так далее. Да? То есть сплошная неудача. Владимиру Владимировичу, безусловно, нужна передышка. Ему бы остановить огонь там, на год, на два, так? За это время поднять промышленность, наготовить всяких там ресурсов и так далее, и дальше пойти вновь в атаку. Вот это, да, конечно, он этого хочет, поэтому об этом разговоры могут идти. И, конечно, при этом он будет спекулировать на трагедиях вашего народа, на усталости людей, на ужасных жертвах, которые вы уже принесли на алтарь независимости, да, и он будет пытаться через своих там всяких агентов и прочих говорить, что хватит, ну, сколько можно, вот, давайте замеряться, на кой дьявол нам этот Донецк там, ну и так далее. Да, конечно, это все будет и идет, и
И в Европе он то же самое делает. Они активно работают. Леонид Яковлевич, еще хотелось бы поговорить с вами о планах Путина на ближайшее время. Там анонсировали, что российский диктатор впервые за более 20 лет собирается посетить КНДР. То, что они в КНДР будут обсуждать оружие, поставки оружия Российской Федерации, это понятно. А можем ли мы предполагать, что будет договоренность о каком-то, ну, условном союзе изгоев, который будет воевать против условно всего мира, такой союз изгоев недовольных стран, скажем так, и будет воевать в том числе против НАТО? Ну, вы знаете, против НАТО им бы воевать, конечно, не хотелось, потому что они все-таки понимают, ну, если там у кого-то мозги остались, то они понимают, что это, в общем-то, знаете, что камень, а горшок, что горшок об камень. Вот, все едино. А, вот, и видно же, что когда вы получаете современное, причем даже не суперсовременное, как я понимаю, оружие, да, там, не последнее, а предпоследнее, и видно, как вы с этим оружием прекрасно управляетесь, при том, что ваши военные только недавно научились им управлять, верно ведь? А там-то есть люди и более квалифицированные, и оружие сильнее. Самых новейших разработок, я думаю, вам все-таки не дают. Вот. Значит, поэтому с НАТО они воевать не хотят. Союз изгоев формируется уже сейчас, конечно. Но, знаете, на одной демонстрации я видел, ну, снимки, ролики демонстрации в поддержку Палестины. Там рядом были портреты Владимира Владимировича Путина и Ким Чен Ына. Вот. Они были рядом. У палестинцев, понимаете, откуда палестинцы знают про Ким Чен Ына? Ну, вот что-то они знают про него, чувствуют. И вот эта ось зла, Тегеран, Москва, Пхеньян, плюс всякие это протогосударства типа Хамас, Хизбаллы, ИГИЛ и так далее, они, да, конечно, ну, к ним примыкают Венесуэла, к ним примыкают какие-нибудь подкупленные всякая шпана вроде Орбана, там, ну и так далее. Ну, да, все это формируется. Я не думаю, что мы сейчас заключали военный союз. Не очень понятно, зачем это надо. А по Турции, вот тоже анонсировали, что едет в Турцию Путин встретиться с Эрдоганом, и Ушаков уже заявил о том, что украинский вопрос будет, и, наверное, так он сказал, наверное, самым главным, одним из главных. Возможно, знаете, я не знаю, да, это никто не знает, что будет за закрытыми дверьми, но дело в том, что Эрдоган может быть одним из посредников на самом деле, реально, потому что Эрдоган член НАТО, так, на минуточку, это же страна НАТО, да? Да. Значит, и он, в принципе, может быть посредником, причем как раз его возможности посреднических функций на Западе, они буквально в последние дни усилились, когда он согласился на членство Швеции в НАТО. Вот. Так что это как бы так, он перестал быть, ну, в этот момент таким enfant terrible, понимаете, вот ужасным ребенком. И, может быть, они, может быть, Путин ищет его посреднической помощи. То есть мы видим, что Путин слаб, он не может справиться один, он не вытягивает войну в Украине, ищет поддержки каких-то политических союзов, договоренностей на стороне, так сказать. Если бы не страны такие, как КНДР, Иран и другие, Беларусь тоже, давайте сюда же тоже зачислим, которые тоже отдают, там, вычистили все снаряды у них с запасов и так далее, то Путин бы давно уже посыпался бы, его диктатура, режим. Ну, вы знаете, Ангелина, этого я не знаю. Этого никто не знает. Посыпался бы, не посыпался. Прогнозов насчет того, что вот он прямо сейчас, прямо в понедельник рухнет, этих прогнозов было еще до войны, они, до масштабного вторжения, они были каждый день у нас, понимаете? Вот еще немного, еще чуть-чуть, все, вот видите, все у него заканчивается там и так далее. А вот. оно не заканчивается. И надо понимать, что российская экономика оказалась, вообще, и экономика, и политическая система оказалась значительно стабильнее, сильнее, чем очень многие хотели бы этого увидеть.
Понимаете? Поэтому я уж не знаю. Но понятно, что одному тяжело. Понятно, что надо оружие искать где угодно. И, конечно, вот эта ситуация, когда русский царь просит Ким Чен Ына, она такая замечательная, потому что, понимаете, вот сколько я себя помню, над Северной Кореей мы всегда смеялись. Понимаете, что они отсталые, дикие, там траву едят, что у них ракеты не летают, там взлетают, падают на то место, откуда взлетели, там, ну и прочее, и прочее. Да? Вот. И оказывается, что у них мы берем ракеты, у них ведь не только снаряды, не только снаряды, ведь, ну, по крайней мере, были сообщения такие, что уже обстреливали Украину корейскими ракетами. Корейскими ракетами, которые по каким-то параметрам оказались лучше, чем российские. Вот. Это, конечно, тоже такой показатель большого успеха управления Владимиром Владимировичем Путиным подведомственной страной. Вот. Знаете, когда оказывается, что Корея нас в чем-то обогнала, ну вот, ребят, да. Ну, перебор. Да. Вы правы, вы правы. И, конечно, тоже, читаю новости, заявили об улучшении экономики Северной Кореи, которая достигает самого быстрого уровня роста за почти десятилетия. Такое развитие объясняется продажей оружия Российской Федерации. Ну, видите, как подняли экономику. Стал к этому серьезно относиться, потому что, понимаете, что происходит в Северной Корее, не знает никто. Это такое, знаете, слепое пятно на карте мира, и никто не знает, что там происходит. Знаете, иногда оттуда вырывается какой-нибудь беженец, который что-то рассказывает, но знает он, что рассказывает, не знает он, что рассказывает, там, ну и так далее, никто не знает. Да? Поэтому я не знаю, что там в Северной Корее происходит, и никто не знает. Путин будет знать, он же съездит, узнает. Да, ну, его там хорошо покормят. Спасибо вам огромное, Леонид Яковлевич, за разговор. Леонид Гозман, російський опозиціонер, громадський діяч, психолог, був на зв'язку. Друзі, підписуйтесь на YouTube-канал зараз, щоб не пропускати нічого важливого, і до зустрічі.